Привет, меня зовут Олег Давидович, и в этом видео я вам расскажу о своем новом тренинге, который называется «Открытые глаза и большие уши». Для начала представлюсь. 25 лет я работал директором по маркетингу, директором по рекламе, начальником отдела рекламы еще чуть раньше в крупных отечественных компаниях. Известные бренды, я вот сейчас буду называть, вы все их знаете. Дэнди, возможно, кто-то в детстве играл, Кораблик, Дочки-сыночки, я их консультировал, InVideo, Детский мир и даже поработал в Формуле кино. И за свою карьеру я провел тысячи встреч с продавцами рекламы, с клиентскими менеджерами, с людьми, которые отвечают за новый бизнес. И кому-то удавалось до меня достучаться, наладить контакт, а кому-то нет. Кто-то мог мне продать свою услугу, с кем-то хотелось дальше общаться, и это было в подавляющем меньшинстве случаев. А кто-то оставался слеп и глух к тому, что я говорил. И в какой-то момент я задумался, что отличает одних от других. И стал коллекционировать вот эти фишечки хороших продавцов. Потому что они встречались редко, это для директора по маркетингу праздник, когда он не просто рассказывает, понимая, что он сейчас потратит полчаса своего казенного, замечу, времени впустую, или действительно сидит интересный человек, и тогда уже я включал свой навык наблюдения и начинал внимательно слушать, как человек работает. И вы знаете, базовый навык в основе. В основе лежит то, что им действительно было интересно, что я говорю. Им действительно было интересно достучаться до меня и понять, что для меня важно, и понять, как ни странно, вообще подходит их продукт мне или нет. Вот такой самый первый навык. Ну, соответственно, все остальные на тренинге, в той копилке, которую я с удовольствием разобью в течение тренинга и поделюсь с вами всеми фишечками ваших же успешных коллег, которые собрал за 25 лет своей карьеры. Приходите, жду вас.